Он красный, он Припять, он же дозиметр. Смотри, сколько на нем кнопочек разных. Время, передел, вот, буква В, режимчики всякие разные. Сейчас я вам его покручу, поверчу и включу. Так, что это за кнопочка? И вот еще есть. Все, вот видите, все клацает и нажимается. Там такой маленький тумблерочек. И совсем децл в нем серебра. Так, вот же оно питание. Включаешь. Зарядки, к сожалению, нету. Слышь? Завелся. Оп. Все. Сейчас он будет мне показывать, есть тут радиация или нету. Так, а что там, вот смотри. Вот эту, наверное, да? Так, а глянь, зажимаешь и показываешь, и батарейку, че шо, вольты, киловольты. Так, ну 9% радиации тут, походу, у меня. Или 0,4. Как тетрис, и пошел нажимать. Влево, вправо. Прикольное, да, название? Значит так, смотри, вот по корпусу. Тут это вот крышечка, конечно, да. Чуть-чуть подломанная батарейка. Ну, обычная крона. Так, это постанова, вот, застегивается. Застегивается. А здесь, ребята, под вот этой алюминиевой байдой стоят эти счетчики. Два счетчика. Пломба, вот, вроде не вскрывался. А может, и вскрывался. Тяжело сказать. Ну, походу, он уже у меня продается. Дозиметр Припять красного цвета. Все тут пищит, все нажимается. Ищи его уже там, ты знаешь где.